Как известно, литий-ионные аккумуляторы крайне чувствительны к напряжению перезарядки и запросто выходят из строя даже при небольшом отклонении. Чтобы этого избежать, нужно точное зарядное устройство. Простая схема зарядного устройства удобна в использовании, не содержит дефицитных деталей, имеет четкий порог срабатывания и индикацию состояния. Высокая точность достигается благодаря использованию регулируемого стабилизатора TL431. На транзисторе VT1 собран ключ, коммутирующий аккумулятор с источником питания. На микросхеме U1 собран логический пороговый стабилизатор. При помощи светодиодов отображается индикация состояния. Резистором R4 можно подобрать точный уровень срабатывания. Собирать схему буду под выводные компоненты. Также развел вариант платы под SMD компоненты с использованием USB разъема. Ссылку на схему и платы оставлю в описании к видео. Поочередно впаиваю все детали. Аккумулятор 3,7 вольта для теста буду использовать от смартфона. Подключаю его, соблюдая полярность. Подаю на схему питания 5 вольт от блока питания. Также в качестве источника питания можно использовать блок питания от зарядки смартфона. Горит красный светодиод, индицирующий протекание тока зарядки. Также выходное напряжение буду контролировать мультиметром. Thank you.
Подстроечным резистором R4 нужно будет подстроить напряжение окончания заряда. Через определенное время, когда зарядка аккумулятора будет закончена, транзистор закроется и загорится зеленый светодиод, указывающий о полном заряде батареи. Проверка мультиметром показывает, что батарея заряжена, практически до максимального напряжения 4,2 вольта. Резистор R4 после подстройки показал значение 220 Ом. К схеме можно подключить сразу несколько параллельно соединенных аккумуляторов. Ну а кому понравилось видео, ставим лайк, пишем свои мнения в комментариях, а также не забываем подписаться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео.